Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать в медицинском центре Елены Малышевой. Я Новиков Алексей Николаевич и руководитель нашего центра лечения вен и сосудов Виктор Евгеньевич Васильев. Ну, хочу отметить, что Алексей Николаевич Новиков, он кандидат медицинских наук, я профессор, доктор медицинских наук. Мы представляем современную российскую медицину. Надеюсь ответить на ваши вопросы. Но давайте мы сначала зачитаем первый вопрос, который нам прислали по Инстаграму, и дальше мы будем работать в прямом эфире. У мужа 2 месяца назад было аорткоронарное шунтирование. Вену брали с правой ноги. Все прошло без осложнений, отеков в ногах не было. Бинтовали ноги месяц. И вот 2 недели назад появился отек стопы и голени. Сначала на оперированной ноге, а потом на другой. При УЗИ исследовании было выявлено, что выявлено показания для ношения компрессионного трикотажа в виде голенов. Отек спадает достаточно медленно. Что в связи с этой причиной требуется делать моему мужу? Ну, мне кажется, что тут правильно была назначена компрессионная терапия. Хотелось бы уточнить, был тромбоз после удаления вены или нет. Если тромбоза не было, то отек обязательно спадет, потому что компрессионная терапия в случае удаления большой подкожной вены помогает очень хорошо. Спасибо большое. Если какие-то у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в центр Елены Малышевой или позвонить по телефону 8-495-268-1212. Да. Давайте следующий вопрос. По данным ультразвукового исследования, выявлен стеноз сонной артерии 60% с переходом на внутреннюю сонную артерию. Плохо слышно, да. Как нам? Просто погромче. Хорошо. Извините, наши уважаемые наши пациенты, мы сейчас будем говорить погромче, чтобы было лучше слышно. Можно ли получить лечение в нашем центре данному пациенту со стенозом общей сонной артерии 60%? Ну, стеноз сонной артерии требует сначала неврологического заключения. При наличии церебральной симптоматики возможны варианты лечения. От Олеси Шиповаловой вопрос. У меня умерла летом мама. В заключении написано левожелудочковая недостаточность. Что это может быть такое и от чего? И как это заболевание передается генетически? Позвольте, я отвечу на этот вопрос. Да, конечно, Алексей Николаевич. Левожелудочковая недостаточность является чаще всего проявлением хронической сердечной недостаточности, либо возникает острое это состояние на фоне острого инфаркта миокарда. Данное заболевание, достаточно много существует точек зрения и гипотез на возникновение этого заболевания, но в то же время наследственно оно мало имеет тенденцию передаваться. В принципе, здоровый образ жизни, и вы в большей степени будете застрахованы от подобного состояния. Во время беременности... Читайте, Алексей Николаевич, вопрос. Во время беременности у меня поставили диагноз тромбофилию. Я получала все необходимые медицинские рекомендации. Подскажите, пожалуйста, необходим ли мне компрессионный трикотаж сейчас? Гольфа второй степени компрессии носила во время беременности. Еще я увлекаюсь фитнесом. Какие нагрузки необходимо исключить в связи с данным диагнозом? Отвечайте, Алексей Николаевич. Данный диагноз требует динамического наблюдения у доктора, регулярный контроль количества тромбоцитов в крови. При наличии повышенного уровня тромбоцитов необходимо назначить препараты антитромбоцитарные. Ну, чтобы более детально обсудить данную проблему, я бы всем все-таки рекомендовал записаться к нам на прием, потому что данное состояние все-таки требует достаточно индивидуализированного подхода. Давайте посмотрим что-нибудь из Инстаграма.
Вопрос от Анири 1000 по поводу извилистости внутренней сонной артерии с обеих сторон. Требуется пройти ультразвуковое исследование экстракраниальных артерий, и если там будет выявлен гемодинамически значимый перегиб внутренней сонной артерии, то возможно рассмотрение об оперативном лечении. Но без данного исследования что-либо говорить конкретно не представляется возможным. Можете данное исследование пройти в том числе и в нашем центре. Да. Консультации по телефону 8 495 268 1212. Далее. Также вопрос от Александра Якутина. На протяжении полутора месяцев постоянно чувствовал пульсацию сердца. Поход к терапевту, кардиологу не дал результатов. Прописали транквилизатор грандоксин, не выписав рецепт. В итоге пью просто успокоительный, изменений нет. Хотел узнать, какое необходимо требовать у кардиолога обследование, так как даже простые анализы крови мне не предложили сдать. С уважением, Александр. Александр, чтобы исключить какую-либо органическую функциональную патологию, для начала я бы вам рекомендовал пройти холтеровское мониторирование сердца для выявления каких-либо значимых нарушений ритма сердца. Ну и все-таки ваш кардиолог должен более подробно составить план обследования, может быть, вам требуется эхокардиография, и после этого вы решите вопрос, надо ли покупать грандоксин, тем более с грандоксином. Без рецепта всегда есть проблемы. Где у нас? По поводу операции. Так. Добрый день. Полмесяца назад брату 69 лет сделали аортобедренное шунтирование и сказали пить плавикс 75 мг и кардиомагнин 75 мг. Как долго его пить и вместе еще омепразол? В общем, вопрос по поводу антиагрегантной терапии при аортобедренном шунтировании. Ну, плавикс, аортобедренное шунтирование, надо все-таки уточнить, какой шунт ставили. То есть это была аортовена или же аллопротез. В случае аллопротеза как минимум год надо пить плавикс и дальше решить вопрос, надо ли продолжать это делать. У мамы тромбофлебит. Пьет препарат антистакс. Может, есть другие методы лечения? Она парикмахер. А вот критическая ишемия. Видимо, по поводу него была выполнена операция. Антистакс можно же пить пожизненно. Это хороший препарат. Он улучшает венозный тонус и борется с эндотелиальной дисфункцией. Препарат продляет жизнь сосудов при атеросклерозе, поэтому пожизненный прием здесь необходим. Так. Следующий вопрос. Добрый день. От Вики 2311. Добрый день. У меня 5 лет назад появились на ногах сеточки фиолетового цвета справа и слева от коленной чашечки. Моя мама страдает варикозным расширением вен. Мне сейчас 50 лет. Скажите, пожалуйста, возможно ли сейчас избавиться от этих рисунков? Ну, конечно, это возможно. Предварительно надо все-таки показаться к врачу. И вообще надо решить, как вас лечить. Необходима ли вам масштабная операция или только склеротерапия. Если нет косметического дефекта, то не надо этим заниматься. Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться по нашему телефону 8495-268-1212. И всегда можно обратиться в центр, чтобы показаться врачу. Вопрос. Можно ли при обильном кровотечении пить тренексан самостоятельно?
При обильном кровотечении лучше обратиться к врачу. Так, следующий вопрос. Нужно ли мне делать МРТ головного мозга при очаговой патологии, так как наблюдаюсь у врача-невролога, и она не может мне поставить диагноз? Имеется сужение сосуда левопозвоночной артерии до 0,7 мм. Не включается. По поводу варикоза, для начала нужно проконсультироваться с докторами нашего центра, чтобы знать дальнейшую возможную тактику лечения. Так. Почему у нас нет связи? Так, следующий вопрос. От нашей зрительницы. Сделал анализ на холестерин. Общий холестерин 6,33. Индекс атрогенности 2,37. 69 лет женщине. Атеросклероз сосудов головного мозга. Требуется ли пить статины при таких показателях? Прежде чем пить или продолжать пить статины, необходима консультация кардиолога. Но с моей стороны, как сердечно-сосудистого хирурга, статины в данной ситуации вам показаны, чтобы профилактировать прогрессирование атеросклероза в указанных бассейнах. Так. Как нам связаться? Следующий вопрос. От Юляша 7812. Мне 39 лет. В прошлом году начала ходить в тренажерный зал. И на шее вылезла, как круглая шишка. Врач сказал, что это еремная вена. Есть в моем случае какие-либо риски? Скажем так, риски есть всегда при интенсивных физических нагрузках. Но в данной ситуации, скорее всего, ваше состояние связано с физиологической гиперемией, в том числе в сосудах, венах, указанные вами. Но чтобы более точно поставить диагноз, я бы рекомендовал вам показаться врачом, в том числе в нашем центре, и провести дополнительные исследования. Консультация по телефону 8-495-268-1212. Мы пытаемся связаться с Хэппи 7Я, но у нас не получается. Вот мы же ожидаем. Следующий вопрос. Добрый день, мне 45 лет. В 2007 году у меня была тромбоэмболия, был тромбоз глубоких вен после приема противозачаточных средств. Поставили кавафит. Отсюда начались все мои проблемы с сердцем. Очень болят ноги и мучает одышка. Я принимаю варфарин. Чем ли лечить ноги? В данной ситуации Наталья Скопищева задала данный вопрос. Все ваши жалобы обусловлены хронической венозной недостаточностью на фоне тромбофлебита глубоких вен, перенесенного в 2007 году. Все мероприятия по облегчению вашего состояния направлены на улучшение венозного оттока из нижних конечностей. Варфарин, к сожалению, вам требуется пить пожизненно, либо рассмотреть вопрос о переходе на более современные антикоагулянты. По поводу венозной недостаточности, здесь применимы все те же правила. Ношение компрессионного трикотажа 2-3 класса компрессии, регулярный прием флеботоников, датролекс, антистакс и тому подобное. Ну, все-таки более детально я вам рекомендовал проконсультироваться с сердечно-сосудистым хирургом. У нас есть вопрос от Оскаровой Индиры. В 2014 году врачи поставили варикозное расширение глубоких вен. Назначили операцию. По семейным обстоятельствам не смогла ее пройти. В
Подскажите, есть ли альтернатива операции? У нас предлагают только операцию. Ну, прежде всего, надо уточнить, все-таки глубокие вены или поверхностные. Для этого надо повторно пройти ультразвуковое обследование и сравнить результаты нового обследования и того, которое у вас было. Потому что операции на глубоких венах, они требуют очень внимательного подхода и рассмотрения. Возможно, операции не требуются. Возможно, можно ограничиться только компрессионной терапией. Вот вопрос от нашей участницы Гюльниса Новицкая. Вопрос к Виктору Евгеньевичу. После родов у меня на ноге выскочили вены. Что в этом случае делать? Скажите, пожалуйста. Ну, прежде всего, надо закончить кормление ребенка и после этого обратиться к врачу. После окончания кормления количество выскочивших варикозных трансформированных вен резко сократится. И после того, как произойдут физиологические изменения в организме, вы должны обратиться к врачу для решения вопроса о тактике лечения. Возможно, операция не потребуется. Так, у нас новый вопрос. Сапронова, 27-17. Операция на венах ноги год назад была. Детролекс принимать надо и каким курсом? Обычно это стандартный курс приема венотоников. Одна, то есть 1000 миллиграмм диасмина, который содержится в разных флеботониках в сутки, в течение 2 месяца. После этого перерыв 4 месяца и повторный прием детролекса, тоже в течение 2 месяца, в дозе 1000 миллиграмм диасмина, еще 2 месяца. Таким образом, 4 месяца в году вы будете принимать флеботоники. Не забывайте о компрессионной терапии. Еще вопрос. Здравствуйте. Мне поставили стент в сосуд 1,8 мм. Прошло 10 месяцев и чувствую себя плохо. Что делать? Лечащий врач считает, что все нормально. Мне 61 год. И как дальше жить? Пожалуйста, уточните, в какой сосуд конкретно вам поставили стент. Все зависит от этого в первую очередь. И дальнейшая тактика введения у вас. Если речь идет о коронарном сосуде, то следует рассмотреть вопрос о проведении холтеровского мониторирования и с постановкой дальнейшего вопроса о проведении коронарографии на предмет рестеноза, то есть имплантированного стента. Если какие-то вопросы возникают, вы можете обратиться в центр. Телефон для контактов 8495-268-1212. Еще вопрос. Какие осложнения бывают после удаления поверхностных вен? Ну, это стандартное осложнение после сосудистых операций в ближайшем послеоперационном периоде. Кровотечение, отеки, нагноение, лимфорея и тромбозы глубоких вен. В этом случае надо обратиться к врачу по месту операции. Если вас не устраивает консультация по месту жительства, можете обратиться в другие центры, в том числе в наш центр. Телефон для связи 8495-268-1212. Еще вопрос из нашего чата. Доброе утро. У меня врожденная аномалия, двойная дуга аорты с образованием сосудистого кольца вокруг трахеи и пищевода. Мне 28 лет. Без операции. Скажите, пожалуйста, имею ли я право бесплатно покрою сделать МРТ сосудов, если я житель Подмосковья? Спасибо. Ну, МРТ по записи делают по месту жительства. Некоторая очередь существует, но все возможно сделать по месту жительства. Думаю, в другом регионе это будет сделать затруднительно. Только в том случае, если вы переведете свой страховой полис в то учреждение, в котором вы хотите сделать исследование. Еще вопрос из нашего чата, Виктор Ильич. От варикоза пошли теплые пятна на нижних конечностях. Это необратимый процесс? У меня становится их все больше и больше. Ну, если речь идет о трофических расстройствах в нижней трети голени, по внутренней поверхности конечности, то этот процесс практически необратим. Имеется в виду процесс по изменению цвета кожи.
А вот остановить этот процесс, мы называем это липодерматосклероз, гиперпигментация, индурация кожи, этот вопрос можно, эту проблему можно остановить и улучшить состояние конечностей. Также вопрос у нашей зрительницы Булгакова 86. Сзади колена выпирает большая синяя вена. Помогут ли компрессионные чулки? Нет, да, вопрос. В данной ситуации чулки являются, как, являются собой лишь дополнительное лечебное воздействие. Но более детально требуется уточнить, есть ли клапанная недостаточность в этой вене. В том случае, если она имеется, следует рассмотреть вопрос об оперативном лечении. И в последующем послеоперационном периоде уже необходимо будет носить компрессионные чулки. Рекомендуйте физическую нагрузку при флеботромбозе. Ну, физическая нагрузка при флеботромбозе возможна, если это тромбофлегит поверхностных вен, и вы используете компрессионную терапию. Если у вас тромбоз глубоких вен, тут надо обратиться к врачу, потому что требуется достаточно интенсивно, консервативно, а иногда и оперативное лечение. Физическая нагрузка в случае тромбоза глубоких вен может привести к тяжелым осложнениям сердечно-легочной системы. Так. Тромбофлебит, как лечить? Вопрос. Ну, тромбофлебит является достаточно экстренным состоянием в сосудистой хирургии. И следует, все зависит от распространенности данного процесса в отношении сегментов нижней конечности. Существуют различные способы лечения, но однозначно данное лечение должно проводиться исключительно в стационаре и под наблюдением квалифицированного специалиста. Операция на венах. Вроде все хорошо. Консультировался, наблюдался у своего замечательного сосудистого хирурга. Но сейчас у меня появляются язвы и аллергии. Ну, в этом случае без осмотра трудно рекомендовать какие-то формы лечения, потому что язвы могут быть связаны с хронической венозной недостаточностью, могут быть аллергического характера. По телефону не сможем вам дать, по видеосвязи не сможем вам дать консультацию, приглашаем на осмотр. Телефон для связи 8495-268-1212. Здравствуйте, на ноге не сходит синяк небольшой, полгода точно. Ну, Светлана, в данной ситуации следует все-таки начать с обследования, ультразвукового исследования вен нижних конечностей, на предмет такого достаточно долгого патологического персистирования синяка на вашей нижней конечности. Есть ли недостаточность клапанного аппарата вен? И в последующем проконсультируются с сосудистым хирургом, в том числе и в нашем центре. Как лечить ранние стадии варикоза? Ну, прежде всего, надо обратиться к врачу. Из консервативных методов мы всегда рекомендуем флеботоники и компрессионную терапию, но компрессионная терапия должна быть очень адресной. Вы должны обратиться в специальный салон, должны быть произведены измерения конечности, компрессионное белье должно быть очень хорошо подобрано. В этом случае, в 95% случаев, варикозная болезнь останавливается на той стадии, которая у вас есть. В случае прогрессирования болезни надо думать об оперативном лечении. Если вас беспокоят сосудистые звездочки, это косметический дефект, его можно ликвидировать с помощью склеротерапии и лазерной терапии. Такой интересный вопрос из нашего чата от пользователя Эльза8282. Повторите препарат для сосудов, которые продлевают жизнь сосудов. Ну, Эльза, вынужден я вас разочаровать, что такого препарата не существует. По поводу того препарата, по поводу препаратов, которые профилактируют появление атеросклеротических бляшек. К этим препаратам относятся различные биоактивные добавки, примером может служить атероклефит, либо препараты статинов, препараты с достаточно хорошей доказательной базой. Если мы рассматриваем препараты тропные к венозному руслу,
то здесь можно рассмотреть в том числе все флеботоники, которые мы широко применяем в своей практике. Давайте я добавлю, Алексей Николаевич. Конечно, панацеи для лечения атеросклероза нет, и эта болезнь до сих пор является самой страшной среди всех болезней, которые беспокоят человечество. И в половине случаев эта болезнь, в половине всех смертельных случаев, она является причиной смерти. Но, как сказал Алексей Николаевич, флеботоники, в том числе антистаксы, о которых мы говорили, борются с эндотелиальной дисфункцией как в артериях, так и в венах. Эндотелиальная дисфункция – это начало атеросклероза во всех сосудах, коронарных сосудах, церебральных сосудах, сосудах нижних конечностей. Поэтому длительный прием препаратов для лечения эндотелиальной дисфункции – это вообще отдельная тема, которой можно посвятить не одну передачу. Длительный прием этих препаратов замедляет развитие атеросклероза и улучшает комфортность жизни наших пациентов, которые его принимают. Здравствуйте. Как убрать сосудистые звездочки на теле? Ну, все-таки надо посмотреть, потому что к нам редко обращаются пациенты с сосудистыми звездочками на теле. Чаще всего это истончение кожи у таких пациентов бывает при некоторых симптомах, синдромах во время приема, длительного приема гормональных препаратов. Надо лечить основное заболевание. Сосудистые звездочки на теле не приводят к смертельным исходам и крайне редко беспокоят наших пациентов. Если вы хотите проконсультироваться, обращайтесь в наш центр. Телефон для связи 8495-95-268-1212. Утро доброе. Вопрос от нашего зрителя. Начальный варикоз стоит ли удалять? В первую очередь здесь стоит рассмотреть вопрос о том, есть ли недостаточность клапанов большой и малой подкожной вены. Исходя из этого, уже возможно строить дальнейшую тактику. Ну, мне кажется, варикозная болезнь – это такое полиморфное заболевание. Вы должны постоянно контактировать с врачом, использовать все методы консервативной терапии. Если они не помогают, только в этом случае переходить к оперативным методам лечения. Тем более современная медицина может предложить много вариантов лечения варикозной болезни. Маме 82 года, на ногах часто стали появляться синяки. Может ли это быть от приема кардиомагнила? Да, разумеется. Одним из проявлений антитромбоцитарного действия кардиомагнила является появление петехий или кровоподтеков. Ну, я думаю, что надо обратиться к врачу по месту жительства и скорректировать дозу приема кардиомагнила. Возможно, уменьшение дозы уменьшит появление синяков от травм, которые возможны в нашей жизни. Еще вопрос с нашего чата. Тагната 7195. Мне сделали пересадку почки, прошло 4 месяца, принимая иммунодепрессанты. Все как положено по графику. В венах левой ноги, колени стали образовываться тромбы. Прошел курс лечения, и через месяц тромбов стало еще больше. Что мне делать? Как исправиться? Ну, дело в том, что при тромбозе лечение не заканчивается через месяц. Видимо, лечение надо продолжить, потому что в среднем трехмесячное лечение помогает при остром тромбозе, чтобы перевести острый тромбоз в остромбофлебитическую болезнь. А дальше надо думать о пожизненном приеме препаратов, которые замедляют свертывание крови. После длительной ходьбы на ногах внизу мелкая кровяная сыпь. Что это? Какое обследование сделать? Спасибо. Ну, в первую очередь требуется обратиться к врачу, в частности, и флебологу, сердечно-сосудистому хирургу, на предмет выявления варикозной болезни либо иной сосудистой патологии. Данные жалобы ваши могут быть проявлением целого ряда заболеваний. Требуется консультация врача. У мамы был тромбофлебит. Может тромбофлебит быть и у меня? Чтобы исключить вероятность проявление тромбофлебита у вас, я бы вам рекомендовал провести вам анализ крови на выявление тромбофилии различного генеза. Вот интересный вопрос, он больше хирургический. Здравствуйте, у меня перегиб желчного пузыря, может ли болеть от этого спина?
у всех у нас есть перегиб желчного пузыря, только в случае воспаления желчного пузыря, только в случае развития острого холецистита, то, что мы называем воспалением желчного пузыря, возможны боли в спине. Просто перегиб желчного пузыря боли в спине не вызывает. Также интересный вопрос из чата. Здравствуйте, мне 15 лет. У меня врожденный артальный клапан двустворчатый. Может ли это повлиять на мое здоровье в будущем? Отвечаю. Да. Двустворчатый артальный клапан, по данным многих исследований, является более предрасполагающим состоянием для возникновения такого жизнеугрожающего состояния, как инфекционный эндокардит. Поэтому я бы вам рекомендовал в вашей ситуации динамическое наблюдение и ежегодно проведение УЗИ сердца. При появлении каких-либо признаков клапанной недостаточности, рассмотрение вопроса об оперативном лечении. Интересный вопрос из чата. Более 10 лет стоит кавофильтр в подвздошной артерии. Скажите, может ли он, фильтр, забиться? Ну, давайте я расшифрую ваш вопрос. Кавофильтр стоит в нижней полой вене. В подвздошной артерии фильтр не ставят. Возможно, вы перепутали место установки кавофильтра. Если в течение 10 лет кавофильтр не забился без какой-либо противотромботической терапии, то он уже не забьется, только в случае повторного образования тромбоза. Думаю, что у вас все-таки есть посттромбофлебитический синдром, и вы должны находиться под контролем врача. Если у вас есть вопросы, можете обратиться по нашему телефону 8495-268-1212. В 2014 году был инфаркт миокарда. Мне 58 лет. Как долго принимать статины? Прием статинов проводится под контролем врача-кардиолога, у которого вы наблюдаетесь, и зависит в первую очередь от уровня холестерина в крови. И обязательно не забывайте раз в полгода сдавать биохимический анализ крови на уровень печеночных ферментов, так как статины достаточно агрессивны в отношении печени. Вопросы с чего-то у нас закончились предварительные. Вот Алексей Николаевич, к вам вопрос, да. Кардиохирургу. У сына обнаружена недостаточность митрального клапана первой степени, ему 16 лет. Что делать? Пишем из Кыргызстана. Отвечаю на ваш вопрос. Недостаточность митрального клапана первой степени не является показанием для хирургического лечения, тем более у ребенка 16 лет. Здесь я вам рекомендовал динамическое наблюдение за состоянием сердца. Хотя бы раз в год проводите ультразвуковое исследование сердца. При наличии признаков прогрессирования заболевания стоит вопрос о какой-либо кардиотропной терапии. И уже как финальная стадия, так сказать, рассмотрения вопроса о хирургическом лечении. В данной ситуации просто динамическое наблюдение. Алексей Николаевич, ну я думаю, что надо здесь еще напомнить участникам нашей беседы, что необходимо выяснить причину развития стеноза митрального, недостаточности митрального клапана. Все-таки это ревматизм или какие-то другие проблемы? Наша клиника находится по адресу город Москва, Переведенский переулок, дом 8. Телефон для связи 8495-268-1212. Можно ли в 47 лет убрать варикоз? Женщина очень стесняется вида своих ног. В 47 лет необходимо заниматься собой. Если есть проблемы с ногами, то современная медицина, в том числе наш центр, может оказать полную медицинскую помощь, включая хирургическую, и избавить женщину от этой проблемы.
Наш телефон 8495-268-1212. Владимир из Петербурга, 50 лет, спрашивает. 3 года назад перенес инфаркт миокарда. Сейчас ночью затекает левая рука. Что делать? Обязательно проконсультироваться у кардиолога, провести базовые исследования в виде ЭКГ и ультразвукового исследования сердца, проведение холтеровского мониторирования сердца. Если будут какие-либо изменения, проконсультироваться с кардиохирургом. Так, там еще вопросы? Нет, связь, да? В возрасте 59 лет надо ли пить кардиомагний? Здесь достаточно такой сложный философский вопрос. Многие врачи считают, что требуется. Но любое лекарство хорошо, когда оно принимается по показаниям. Все-таки 59 лет не такой критический возраст для начала приема кардиомагнита. Также проконсультируйтесь у врача-кардиолога по месту жительства. Требуется обследование в этом случае. Конечно. И уже показания, которые мы найдем или отвергнем, дадут нам возможность правильного лечения. На КТ обнаружили атеросклероз аорты, диабет первого типа, 30 лет. Был обширный инсульт. Что делать с аортой? Мне 43 года. Обнаружили инсульт, и что делать с аортой? Ну, аорту, прежде всего, надо обследовать. Если там атеросклеротические бляшки, надо выяснить причину инсульта. Ишемический инсульт или геморрагический. Аорта часто бывает причиной ишемического инсульта в случае отрыва тромбов и закупорки сосудов мозга. Поэтому это обследование поможет вам составить план лечения, и вы получите медицинскую помощь. Гуспидальная регуркитация второй степени. УЗИ показал, насколько страшно. Следует проконсультироваться в первую очередь с кардиологом. Возможно, у вас переизбыток жидкости просто-напросто в организме. Следует подобрать адекватную диуретическую терапию. На фоне этой терапии эта трикуспидальная регургитация, возможно, у вас и уйдет, если она у вас изолированная. Вот такой вопрос. Можно еще раз повторить номер? Пожалуйста, 8495-268-1212. Мне ставят диагноз тромбофилия. Смогу ли я вынести ребенка при таком диагнозе? Конечно, сможете. Необходимо наблюдение акушера-гинеколога и специалиста по тромбофилии, в том числе флеболога. В настоящее время противопоказаний для вынашивания беременности при тромбофилии нет. Какие действия необходимы при первой стадии варикозной болезни? Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Первая стадия варикоза – это отсутствие хронической венозной недостаточности и косметический дефект. Вам необходимо принимать флеботоники и носить компрессионное белье. В этом случае вы сохраните свою стадию варикоза, она не будет увеличиваться. Если у вас есть косметические проблемы, если вас беспокоят сосудистые звездочки, то вы можете их склерозировать с помощью специальных препаратов. Если они небольшие, можете использовать лазерную коагуляцию сосудистых звездочек. Здравствуйте. Вопрос с чата. Начали сильно отекать и синеть ноги. На утро не проходит. Мне 39 лет. Имею лишний вес. Подскажите, пожалуйста, с какого врача и каких анализов начинать лечение? Еще раз. 39 лет.
сильно отекают и синеют ноги. На утро не проходит в данном состоянии. Имеется избыточный вес у пациентки. Ну, конечно, необходимо начать с ультразвукового исследования, но все-таки избыточный вес – это повод для того, чтобы обратиться к диетологу и гастроэнтерологу. Возможно, к терапевту, который выявит или отвергнет какие-либо заболевания, вызывающие набор избыточной массы тела. Но по опыту лечения таких больных известно, что снижение веса облегчает состояние нижних конечностей. Если вы не можете справиться с избыточным весом, то после ультразвукового исследования надо рассмотреть вопрос о компрессионном лечении. Это избавит вас от отека в конце рабочего дня. У меня варикозное расширение органов малого таза, я так полагаю, вен, органов малого таза. Насколько это опасно? Ну, это не опасно для жизни, это создает некоторый дискомфорт, ну, скажем так, в контактах с противоположным полом. Если этого не происходит, то не надо обращать на это внимание. Если же все-таки есть определенная социальная дезадаптация, надо обратиться к врачу-флебологу, сделать дополнительное обследование и подумать о том, чтобы ликвидировать дефектные варикозно измененные трансформированные вены в той области, которая вас беспокоит. Еще вопрос от Евгении. Добрый день, мне 21 год. Диагноз — расширение глубоких вен нижних конечностей. Назначена операция. Подскажите, есть ли в будущем, планируя беременность, операцию эффективнее сделать до или после беременности? Какой номер был? 21 год, расширение глубоких вен нижних конечностей. Показана операция. Докторами. Ну, вообще с глубокими венами, я еще раз повторю, если вы не слушали наш эфир, что с глубоким венам надо относиться очень внимательно. Эффективных операций на глубоких венах нижних конечностей в настоящее время практически не существует. Да, есть различные разработки по воздействию на глубокие вены нижних конечностей, но пока мы не получили хороших результатов. В основном необходимо использовать компрессионное белье. Вообще все оперативные лечения необходимо делать после окончания беременности и после окончания периода кормления ребенка. Вопрос интересный. Здравствуйте. У ребенка в паху увеличение вен, сгусток вен. К какому врачу обратиться и какое УЗИ сделать, чтобы исключить тромбоз? Зоя Пахомова. Вопрос от Зои Пахомовой. Зоя. Знаете, я вам рекомендовал для начала провести ультразвуковое исследование вен, в принципе, вот этого образования, которое у вашего ребенка в паху, на дифференцировку. Что это? Сосудистое образование венозное, либо смешанного генеза, как сосудистая мальформация. Исходя из этого, строится дальнейшая тактика вашего обращения к какому-либо специалисту. Это может быть, начиная от врача-флеболога, сосудистого хирурга, и заканчивая врачом-урологом. Первонаперво сделайте ультразвуковое исследование. Ксения, 89-16, вопрос. Моему отцу 72 года, 3 инсульта, забиты бляшками сонной артерии. Как и где возможно сделать операцию? Куда сначала обратиться, в какой центр в Москве? Ксения, в данной ситуации первично, разумеется, консультация сердечно-сосудистого хирурга, которую вы можете получить в нашем центре. В дальнейшем, если ваш
папа проживает на территории Российской Федерации, по квотам сейчас достаточно широко оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Но первонаперво вам требуется получить квалифицированную консультацию сосудистого хирурга. Телефон для связи 8495-268-1212. От Ирины Ковальской, 1988, вопрос. Пролапс митрального клапана опасен? ВВ колет в сердце или давление поднимается? Если пролапс митрального клапана не влияет на запирательную функцию клапана, то не более чем динамическое наблюдение за данным состоянием вам рекомендовано. Если есть какие-то признаки недостаточности митрального клапана, то в первую очередь обратиться к врачу-кардиологу. Ну вот у нас вопрос, почему кому-то отвечаете, кому-то нет. Мой вопрос был по поводу давления. Ну, давлением занимаются терапевты, у нас есть высококвалифицированные терапевты. В центре начать надо с терапевта по месту жительства, потом обратиться к кардиологу. Но давление в прямом эфире вылечить нельзя, потому что причин давления достаточно, причин, от которых развивается высокое давление, достаточно много, и в каждом случае надо разбираться с этой проблемой индивидуально. Очень такой интересный вопрос. Здравствуйте, у меня в аорте брюшной полости тромб 5 сантиметров. Скажите, что делать? Ну, все-таки надо обратиться к врачу, потому что тромбы в аорте просто так не бывают. Обычно это аневризма брюшного отдела аорты. В этом случае есть варианты лечения от стентирования брюшной аорты при ее расширении до операции по замене этого участка аорты. Без дополнительной информации мы не можем вам точно ответить на ваш вопрос. Если есть какие-то вопросы, то телефон для консультации 8495-268-1212. Вот интересный вопрос. Чем безопасно разжиживать кровь, периодически сгущается и болят ноги. Очень много информации в вопросе. Самый безопасный способ воздействовать на кровь. Дело в том, что аспирин, который мы рекомендуем нашим пациентам, он непосредственно не разжижает кровь, а замедляет ее свертывание. Аспирин в дозе 100 мг в сутки – достаточно безопасное лекарство, и можно его принимать пожизненно. По поводу ног необходимо обратиться к врачу по месту жительства. Если вас не устраивает консультация по месту жительства, можно обратиться в любой сосудистый центр, в том числе в наш, по телефону 8495-268-1212, и разобраться, какая причина того, что у вас болят ноги. Причин для болезни ног достаточно много, от суставных болей до сосудистых. Здравствуйте. Есть ли возможность улучшить ситуацию при последней стадии тромбофлебита, вылечить трофическую язву? Женщина 74 года. Алена Павлова задала нам данный вопрос. Разумеется, в данной ситуации помочь возможно. Подход требуется комплексный при такой далеко зашедшей стадии венозной недостаточности, начиная от местного лечения трофической язвы и заканчивая коррекцией венозного оттока из конечности. Чтобы более подробно рассказать и получить информацию требуемую, следует обратиться к специалисту в данной области, к сосудистым хирургам любого. Добавлю, что действительно хроническая венозная недостаточность – это большая проблема для наших пациентов. Лечиться надо долго, от 3 до 6 месяцев. И если будет достигнут положительный результат, дальше надо его поддерживать.
совместно с тем доктором, который достиг этого результата, иначе венозная язва будет рецидивировать. Вопрос из эфира. Что такое флеботоники? Флеботоники – это препараты, чаще всего растительного происхождения, которые улучшают лимфодренаж из конечностей и увеличивают тонус венозного русла. Добрый день, мне 46 лет, проблем с сосудами нет. Подскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за сосудами, чтобы не было проблем? Здоровый образ жизни, в первую очередь. Адекватные физические нагрузки регулярные, употребление адекватного количества жидкости и здоровое питание. Варикозное расширение вен пищевода опасно? Нужно что-либо делать? Ну, конечно, это опасное заболевание. Оно чаще всего связано с заболеванием печени, с высоким давлением крови в портальная система, то есть система ворот, система вен, которые связаны с печенью. Необходимо консультироваться с гастроэнтерологом, необходимо обследоваться и находиться под постоянным наблюдением. Варикозное расширение вен пищевода может приводить к обильным кровотечениям желудочно-кишечным, которые резко ухудшают жизнь наших пациентов. Желательно не допускать этого кровотечения и лечить основное заболевание. Конечно. Почему постоянно отекают ноги? Связано ли это с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Да, действительно. Отек ног, в том числе приходящий, либо постоянно, является первым признаком и самым таким часто воспринимаемым пациентами проявления хронической венозной недостаточности. Для того, чтобы адекватно лечить, нужно получить квалифицированную медицинскую помощь. И первым ступенью в этой помощи является консультация с врачом-специалистом, сердечно-сосудистым хирургом, либо флебологом. Мне делали операцию по удалению поверхностных вен, но ввиду, что появляются новые тромбики на венах, что делать? Вопрос не совсем конкретный, он содержит достаточно много информации. Дело в том, что после операции небольшие тромбы в притоках большой подкожной вены всегда образуются, и это не опасная ситуация, она разрешается в течение 3 месяцев. Если же у вас образовались тромбы в глубоких венах после операции, на поверхностных венах, то действительно требуется дополнительное обследование. В случае тромбоза глубоких вен необходимо интенсивное лекарственное лечение и последующее изучение состояния крови на предмет выявления приверженности к тромбу, к образованию тромбов. Мы называем это состояние тромбофилии. Требует повторить наш телефон. Наш телефон. Наш телефон 8-495-268-12-12. Здравствуйте. У папы тахикардия, ишемическая болезнь сердца. Насколько опасно и что делать? Обязательно проконсультироваться с врачом-кардиологом, который может вам впоследствии порекомендовать проведение коронарографии на предмет выявления поражения сосудов сердца. Тахикардия в данной ситуации, скорее всего, весьма вероятно, является частным проявлением ишемической болезни сердца.
Здравствуйте. У меня нерегулярно бьется сердце. Замирает на долю секунды, потом идет сильный толчок. В последнее время чаще. Врач не отреагировал. Живу в Лондоне. Это опасно? Данная ситуация у вас является, скорее всего, проявлением экстрасистолии. Для более точной дифференцировки требуется проведение холтеровского мониторирования сердца. То есть на сутки к вам подключается переносной ЭКГ-датчик, и ЭКГ записывается в течение 24 часов. На основании расшифровки будет ясно, насколько часто у вас появляются данные экстрасистолы. Если их количество превышает определенное допустимое значение, то следует рассмотреть вопрос о назначении антиаритмической терапии либо проведении радиочастотной абляции участка аритмии. Ну, я добавлю, дело в том, что необходимо проявить настойчивость, потому что в Лондоне существуют, конечно, определенные проблемы по записи к врачу, но вы должны быть настойчивы, да. Если у вас продолжается эта ситуация, если имеются приступы аритмии, то рассмотрите вопрос о лечении у врача по месту жительства в России, если у вас не хватает времени на ответ. Вопрос. Нога временами горит внутри. Скажите, что это может быть? Мне 44 года. Спасибо огромное. Ну, трудно ответить на этот вопрос. Причин для жжения в ноге достаточно много. Если это одна конечность, то чаще всего это патология позвоночника, пояснично-крестцового отдела. Если это обе ноги, то это может быть и могут быть гормональные нарушения, связанные с заболеванием щитовидной железы. Возможно, у вас и паращитовидных желез. Возможно, это гипопаратиреоз. Вопрос от Зуйковой Татьяны. Мужчина 61 года. Хронический тромболибит глубоких вен нижних конечностей. Необходимо ли исследование МРТ сосудов? Все зависит от того, МРТ каких сосудов вы рассматриваете. Если вы рассматриваете МРТ глубоких вен нижних конечностей, которые являются основной причиной для возникновения заболевания у вашего мужчины, то здесь следует ограничиваться обычной и банальной ультразвуковым исследованием сосудов, в частности, глубоких вен нижней конечности. И адекватная терапия данного состояния. Какие анализы можно сдать без назначения врача, а для себя, чтобы следить за состоянием сосудов и вен? Еще раз вопрос. Потому что у меня схожий вопрос на экране. Как укреплять сосуды при варикозе вен? Ну, все-таки надо знать стадию варикозной болезни. Если вены уже видны, варикозно трансформированы, то укрепить их невозможно. К сожалению, это та ситуация, ну, как с воздушным шариком. Если шарик один раз надуть, то эластичность стенок этот шарик уже никогда не приобретет. Если появилась варикозная трансформация вен, эти вены обратно здоровыми не станут. Другое дело, что если вы думаете заранее о том, чтобы не было варикозной болезни, то надо следить за своими конечностями. При появлении сосудистых звездочек надо сделать ультразвуковое исследование конечностей и решить, необходимо вам принимать препараты для повышения тонуса вен, необходимо вам носить компрессионное белье. Или же можно ограничиться общей укрепляющей терапией. Наверное, заключительный вопрос на сегодня. Когда ногу одеваешь, может ли ношение обуви на каблуках вызвать варикоз? Да, может. Дело в том, что надо следить все-таки за каблуками. Обычно каблук, который полезен для женщины, составляет 4-6 сантиметров высотой. Если же высота больше, то это может привести к хронической венозной недостаточности с появлением варикозной болезни. Спасибо. Всего доброго.